Первое. В Риме было такое классное выражение, звучало так: «хлеба и зрелищ». Для того, чтобы народ не думал о том, что творит император и вся его кодла, они устраивали зрелища. Это бои гладиаторов, там какие-то судилища, еще что-то. И хлеб раздавали. Хлеб с вином. Попускает, или попускало, по-видимому, древних римлян очень некисло. Что происходит у нас? Как только страна находится на грани какого-то социального возмущения, какой-то проблемы, реальной проблемы. Согласитесь, тарифы – это проблема? Блин, это проблема. Это проблема, когда людям нечего заплатить. Это проблема, когда задолженность по тарифам 40 миллиардов на сегодня. Это проблема. Это большая проблема. Оп, у нас сразу возникает дело Януковича, у нас возникает еще какое-нибудь шоу с Антоном Геращенко. Оказывается, там все спецслужбы мира покушались на его, ну, очень важную, достойную фигуру в нашем политикуме. Политический деятель, слушайте, абсурд какой-то. Они сразу запускают какое-то шоу.